Сегодня у нас 25 сентября 2016 года. Это мой деревня Потеряевка, он там вдалеке находится. Вот. Это первый мостик мы прошли. Сейчас идем через второй мостик. Подходим, вернее, к нему. Вот. Сейчас вот. Давайте, Игнатий Ильич. Да, снимай. Игорь Александрович, собственной персоной. Надо туда трубу вкладывать. Где искать? Я уж думаю, сейчас прорвет на неделе-то. На неделе прорвет. Вам не заложить ее. Вы будете закладывать, а ее будет уже рвать. Поэтому. Почему? 200-ку заложить, и до осени нам хватит. Ну как ты ее заложишь? Ты в каком месте? Где протекает, выкопать и все. Так, ну, ты будешь копать, а вода уже пойдет. И она у тебя начнет размывать, тебе уже вокруг трубы не успеешь землю подносить. Она как хлынет, только отступай назад. Уже даже вот такой маленький водоемщик, он сметает на своем пути. Уже все, вам ничего не сделать, дорога перекрыта. Я не думал, что она так долго будет стоять. А ты видел, нет, это в объездной канал какой здесь? Нет, где какой? А как ты думаешь, весной здесь вода будет держаться? А, что вы там делали? Нет, я не видел. А ты съезди. Давай съездим. Да я здесь не проехать, где я здесь? Я тебя проведу. Ты давайте. Велосипедом с нашим. Садитесь. Давай. Где? Как он ставится? Да, на подножку. Надо дальше убрать только с дороги, что. Тебе и машину-то тоже надо. Машину-то все. А? Мешаться не будет? Куда? Да? Куда? Назад. Он сзади только ездит. Я туда-сюда. А ты-то далеко ездил? Да вот за железякой. А чья она? У Сиськова взяла. Т-16-то у меня не работает. Вот ты сейчас внизу, надо обойти вот эти вот будет траншеи. Тут бы можно вот так ехать, но тут траншеи. Так, подожди назад. Подожди-ка. Может быть, здесь было бы даже легче. Назад заверни вон туда, там где траншеи оканчиваются. Вход поискать. Ну-ка, погляди. Ну-ка, давай теперь вправо, там где, обходи ее. Ну, да ты, оказывается, дорога легче есть. Это бульдозер шел. Там кто-то сделал мостик, как сказать, пустину маленькую, вот этой, в траншеи-то. Но я побоялся, думаю, весной-то она на нее поднимется, а там-то уровень может быть как раз выше дамбы. Я попросил его смести ее. Я думаю, маленько он срежет, а он слез вниз туда и попер. Так чуть на пузо не сел. Это вот весь канал прочистил? Да, здесь канал. Ты сейчас увидишь. Канал настоящий. Вода идет сюда, и там она сбивает. И когда вы весной, когда будет, надо маленько, хотя бы маленькую лопату шириной прокопать для воды. Так, ну и все, стой. А то дальше... Выйдем. Дальше ехать нельзя, остановись. А все, сейчас вот здесь. Упрись. Дальше не надо. Все, теперь я как вылезу-то? Сейчас выпущу. О, как министру открываю. Да, это точно. Министр и его зам. Куда он пошел? Я его пищу, не надо, что я поделал. Он начал.
вперед. Вот, когда там уровень поднимется, за лето можно сразу узнать, тогда здесь вот это вот можно даже просто прийти с соломой, как мы там бы делаем, поднять. Нет, не надо. Ну, чтобы там было повыше. Повыше и так там будет, этого хватит. Ну, тут была дамбочка. Здесь нужен проход хорошо, потому что надо было, будет сразу много воды уходить. Большой воде. А ну, видите, вот как вот широко развивалось. Да. И это все мешало. А вот это вот, я думаю, может все-таки копали. Вот видишь, бровка, ты иначе откуда была? Бровка. Ее копали. Остатки ее унесло. Это старые люди делали, думаю. А откуда бы вот это было-то все? Наружу. Руками? Руками. А больше нечем было. Бульдозеры изобретут лет через 50 только, может. Вот, все. Вот оно. Теперь смотреть надо. Надо весной. Мы же руками один раз прокапывали это оттуда вот до конца здесь. И не получилось. Здесь? Когда я закопал-то? Когда это было? Сколько лет назад? Лет 5 назад. И мы прокапывали, но ничего не помогло. И она поднялась выше? Выше поднялось и не спасло, не пошла вода сюда. Ну, я то ли из-за того, что вот здесь было. Ну здесь, конечно, он это возвышенное место-то. И он его давай сметать. А я говорю, не надо. Я откуда знаю? Если прорвет, там жалко будет. Там большая-большая работа сделана. Вот мы сейчас туда поедем. Вот посмотри, Володя, туда. Вот она бровка. Ее видно, что она выше. И там она поднимается выше. Ее копали. Смотри, какая она ровная. Его углубили просто. Здесь был ложок, его не было. Видимо, ложок был, его углубили. Углубили старые люди. А тут она теперь пойдет, так она его сметет. И через первый мостик пойдет. Ну, тут глубоко. Что тут, сравнивать? Тут два роста сейчас вещи. Ну вот, все. Надо иметь в виду. Тут можно хорошую рыбу напустить. Хорошую надо карасей искать. Карп он дохнет. Садись, Володя. Угу. Видишь ли, как подвернуть. Хотел с Володей поехать показать ему. Ну а теперь видно, что и не надо. Вот какую работу мы сделали. А, до велосипедов нас завези и сбрось. Ты выезжай по этой же дороге, где ехал. Все. Все. На этом конец.